земельные участки, по которым уже решение поддержано, это ключи открытия, это 26-й километр передачи участков, который позволит в Елизово новое развитие получить. И это Вулканный, где уже тоже согласована передача соответствующих зданий и земельных участков. Вот эти три точки, которые, Иван Вячеславович, нужно постоянно держать на контроле, если необходимо, в еженедельном режиме вместе с Александром Олеговичем отслеживать динамику. В Москве постоянно этим занимается представитель наш Сергей Анатольевич Жуков, тоже в постоянном контакте с Министерством обороны. Нужно добиваться ритмичного и быстрого завершения этого процесса, тем более, что принципиально все вопросы решены. И дальше нужно следующий пакет земельных участков готовить. В первую очередь здесь я хочу акцентировать необходимость передачи Петропавловска-Камчатского вместе с Константином Викторовичем Брызгиным, строительным блоком правительства, просьба свериться и тоже здесь первоочередные участки определить, чтобы нам двигаться.